хорошим днем. Подсказка для вас сегодня будет, можно ли животным давать лук, в частности собакам. Подскажу следующее. Знания, которые есть сейчас в мире, говорят о следующем. Лук противопоказан полностью собакам. Почему? В состав лука входит пропиловый дисульфид. Это вещество, которое вызывает гибель красных кровяных телец, эритроцитов, самые важные клетки крови. Поэтому данное вещество вызывает системное поражение крови и вызывает гемолитическую анемию, тяжелая сложная болезнь, а также вызывает заболевания печени, тяжелые и сложные заболевания. Поэтому вот даже в маленьких количествах системное применение этого продукта вызывает большие нарушения. Поэтому знайте об этом и пользуйтесь данной подсказкой. Всем спасибо.